Ну что, разделим вашу дружбу пополам. Пополам. Разделим вашу дружбу пополам. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами Гидеон, и это седьмая часть моих прохождений и похождений по игре Far Cry 3. Ну что же, для начала экипируемся вместо нашего огнемета, который мы получили в конце шестой части, экипируемся пулеметом. Я хочу взять самый мощнявый пулемет в этой игре под названием AKG, но для начала мы на него поставим расширенный магазин и коллиматорный прицел, конечно же коллиматорный прицел, и не забудем его покрасить. Как же мы его покрасим? Ну, мы все видели, а вот тут какая-то новая раскраска под названием «Старая школа». Давайте, old school всегда хорошо. Ну что же, погнали. В планах у меня пройти последние три аванпоста сегодня. О, аптечка халявная. Халява — это всегда хорошо. Так, а я не экипировался, да? Вот я молодец. Я не экипировался. Сейчас быстренько вернемся, экипируемся. Итак, в планах у меня пройти три последних аванпоста сегодня. И посмотреть, дадут ли нам новые, какие-то новые миссии. О, не туда. Штурмовые снайперские пулеметы, да, вот. Итак, мы его раскрасили, но не экипировали. Экипируемся в слот номер 2. И вперед. Ну что же, сейчас сверимся с картой и посмотрим, куда же нам идти. Посмотрим, какая раскрасочка. Неплохая, такая потертости. Итак, кто-то там на машине катается. Это не наше дело. Так, отправимся на первый аванпост под названием Прибрежная площадка. Ехать нам нужно строго на юг. Порядка 60 метров. Все помнят, откуда это? Молодцы. Ух ты. Кто это там у нас воюет? Ага. А, они всех уже сами перестреляли. Кстати, классная машинка была у врага. Возьму-ка я ее, она мне очень нравится. Кто это? Свои. Отлично. Так, куда-то нам туда, как всегда, через горы рванем. Нафиг нам что-то обходить. Кстати, кто это такой? Свиньи какие-то. Ладно, свиньи нам не нужны. Нам нужна только одна цель. О, собачки. Ух ты, кто-то за нами увязался. Началась бойня, там мы уехали. Да и хрен с ними. Можно было, конечно, взорвать. Да, как всегда. Воу! Ха-ха. Ой, что за машинка здесь стоит? Кто-то припарковался удачно в середине кратера. Так, мы совсем уже близко. Пойду-ка я разведаю, что там как. Ух ты, да тут тяжеловес. Да тут кого только нету. Можно, конечно, забраться вот на тот уступчик. Тихонечко. Так, а у меня есть что-нибудь с глушаком? А, только снайперка. Ну ладно. Ух ты. Черт, почему я сплю в этой дыре? Почему ты спишь в этой дыре? А нефиг работать на всяких идиотов. Интересно, он увидел что-нибудь, услышал? Блин, не вижу. Нужно попросить прибавку. Так, кто-нибудь меня увидел? Конечно, увидел. По-любому. Не, никто не увидел. Ой, нет, только тяжеловес. Вот так хрень. Кто-то его прикончил. Кто же его прикончил? Это был не я. Нет, я не мог. Я хороший парень. А, сваливаем. Он нас увидел. Сваливаем. И занимаем стратегическую позицию. Сейчас они, конечно, включат охрану. Безусловно. Они вообще любят включать охрану. Не работает, да, чувак? Сломалась у тебя охрана твоя.
Но нет. Гад, вызвал все-таки. Так, надо подлечиться. Будем на месте через 30 секунд. А, так у нас там снайпер. Ух ты, я промазал. Тихо. Блин, убегает гад. Все. Куда это ты? Ничего себе. Куда это ты забрался, мужик? Так, ладно, надо двигаться. Надо двигаться, это там анпост. Был не таким, как все. Отлично. Что, в голову даже этому? Фига, видали? Он в это, шмальнул воздух из сигнальной ракетницы. Круто. Так, там у нас новички идут. Они еще не знают, с кем встретились. И не знают, что это Джейсон. Но не Стэтхэм. Хотя Стэтхэм круче. Не-не-не, вы будете спорить, вы скажете. Джейсон Броди, он, конечно же, всем наваляет. Я упустил Броди? Как? Да ладно, куда ты идешь-то? Никому ты не наваляешь. Стрел вам всем в головы. И все. Да куда ты идешь? Кстати, не знаю, есть ли на них броники, нет на них броников, но этот винтарь прошибает всех. Всех и наповал. Только наповал. Полетел парень. Да. Это прыжок летучей мыши. Лезаем наверх опять. Я хочу еще раз так прыгнуть. Это было классно. Хочу двоих. Ух ты, сколько же их тут столпилось. Слушайте, мне на вас на всех патронов не хватит. По хребту вам всем шмалять. Так, этот куда-то туда побежал. Ты куда, парень? Куда пошел-то? Тормози. Ух ты, два огнеметчика. Вот это челлендж. Вот это челлендж. А, чертов урод. Зарежу тебя так. Готов, где мой пулемет? Время пострелять, уроды. Минус один. Давай, come on, baby. You in the jungle, baby. You're gonna die. Да, пулемет берет всех. Да, насквозь. Ну что ж, забрали один из аванпостов, но у нас впереди еще два. Веселья много. Один из них, конечно, постараюсь взять тихо, но... Кого я обманываю? Это же я. Какой... Где я и где тихо из забора аванпостов? Не, такого нету. Не бывает. Так, сверимся с картой. Отметим наше местоположение. Ага, отлично, ребята. У нас есть новая миссия. Какая? Под названием «Грязная работа». Ну, грязная работенка для нас. Надеюсь, еще откроем аванпостов. И еще больше миссий у нас будет. Очень на это надеюсь. Но я думаю... Поедем пешком. Поедем на машинке и как раз захватим вот эту миссию. Грязная работа. Возьму вот эту машинку, она мне нравится. Вообще люблю такие тачки. Очень удобно. И погнали. Такс, надеюсь, дорожка нас приведет туда, куда надо. Машинка с пулеметом. Но ничего, мы же не слабаки. У нас есть свой пулемет. Зачем нам машинка с пулеметом? Так, ну что же? Что же? Там какая-то... Что там? А, опять какая-то хрень. Типа там... Домик Майя, где они отдыхали. Каждый уикенд. Так. Все ближе и ближе. Наша миссия. Кстати, что-то там... Что-то это какой-то порт. Или что это? К-
какой-то городочек, наверное, маленький. Здесь везде городочки маленькие. Кстати, даже не знаю, где здесь самое большое такое селение. Вообще, по идее, должно быть всегда на каких-то... Бум. Да, без этого никак. На каких-то вот таких островах. Ну, везде есть, всегда есть какая-нибудь столица или что-то типа того. Это база Хойта, что ли, была? Может быть. Воу, парень. А что тут произошло? Ну что ж, сейчас узнаем. То что? Человек имеет право. А? Человек имеет право защищать семью. Имеет право сражаться. Имеет право искать месть. Кто это сделал? Три человека против одного недоблесть. Трое с ружьями. Скажите, где они? Три человека. С кровью моей семьи на руках. Человек вам покажет. Да. Что-то здесь случилось ужасное, и я догадываюсь, конечно, что пришли долбанные наемники и задали жару ни в чем не повинным людям. Но мы-то здесь для чего? Как раз для того, чтобы взять квадроцикл и врезаться в дерево. Нет, для того, чтобы отомстить. Отомстить за ни в чем не повинных людей. Да, деревья — это моя страсть. Так, тормозим. И включаем режим скрытного Джейсона. Ну что же, сейчас подкрадемся и... Я, кстати, видел уже первого тяжеловеса. Кто там уже стреляет? Я не понимаю. Я еще не пришел, они уже стреляют? А. По птицам, что ли? Он по птицам стреляет. Красавец. Так, ну что, сейчас посмотрим этот главный. А, так нам всего этих надо убить. Это, о, и тяжеловес у нас здесь. Сейчас кинем камушек туда. Да? Именно так, мой план сработал. Нет, надо еще дальше. О-о, не туда камень. Иди за дом. А, хотя можешь и в дом идти. Отлично. А знаете, что классное во всем этом? Что они так и не поймут, где его труп и почему он погиб. Завести в дом и там пристрелить. Чистая работа. Да, достойно Хитмана. Надо будет мне собраться и сыграть в Хитмана. Надеюсь, вам понравится. Но, конечно, с Хитманом я планирую немножко непростую систему, которая потребует более долгого выпусков. Простите за тавтологию. Так, здесь какая-то амфора, но она меня не очень волнует, потому что мы отправляемся к следующим. Блин, что же он так далеко-то, елки-палки. Не, надо было за квадроциклом вернуться. В самом деле. О, да здесь у нас небольшая охрана. Ну, небольшая охрана, большая пушка. Спрячемся за кустом, прям как World of Tanks. Правда, World of Tanks после выстрела нас видит. А тут нет. Так. Ну, где третий? Я знаю, ты там. Вот он. Ага. Достаем, делаем увеличение и начинаем. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Отлично. О-о, он был не один. То есть, они были не одни. Там еще кто-то. А, на лодке. Так это и есть, что ли, наемник этот? Все? Точно. Точно. Нет, там еще кто-то.
Да кто ж там такой-то, а? И глазастый, слушайте, видит нас. А, ракетчик. Ну что, зря ты остался один. Очень зря. Все? Больше никого нет? Наконец-то. Очистили мы эту западню. Для кого-то ее явно готовили. Но очистили ее мы. Так, ну что ж, третий наемник. Третий наемник. Я еду за тобой, парень. Где бы ты ни был. Классная река, напоминает сериал «Река». Одноименный. Мне очень понравился сериал. Очень жаль, что его закрыли. Не знаю, не поняли они, почему он мне понравился, поэтому и закрыли. Так, ну что, тут я не знаю, тут я боюсь просто спалиться сейчас жестоко на первом же... Ё-моё! Он, похоже, увидел меня и даже ящик выронил. Так, нет, сваливаем. Там какой-то хрен идет. В общем-то, они все время ходят. Но этот мне уже очень не нравится. О-о-о, вон вас там сколько. Вон вас там сколько. Так и знал я. Так я и знал. Вас тут... Да запрыгивай уже. Все время дофига. Нет, ну убить-то его не проблема на самом деле. Но я-то хочу что-нибудь интересное. Так-то неинтересно, правильно? Прицелиться сейчас, да, в голову ему и всего делов. Надо что-то поинтереснее. Так, надо их как-то отвлечь. Итак, кнопка. Итак, этот отвлечен. Сейчас перезарядимся пока что. Пока он идет там. Давай. Проще было, конечно, посвистеть. Чтобы он шел на тебя прям. Без проблем. Давай, иди сюда. Иди, иди, иди. А тот парень вообще далеко. Его смерти никто не заметит. И этот парень тоже теперь далеко. Совсем далеко. Ну что же. Между тем вечер наступает. Ага. И этот паренек отвлекся на нас. Что нам весьма на руку. О. Да что ж такое, не та кнопочка. Опять не та кнопка. Давай, давай, иди туда. Иди туда. Скорей. Не томи меня. Не томи меня. Не томи, парень. Эти меня не видят, потому что я за кустом. Давай. Ага. Ха-ха. Ну что, кусты, кусты, парень. Кусты рулят. Да, кусты рулят. Он, конечно, быстро бегает. Но я быстрее. Отлично, мы прошли эту миссию. Хотя нет. Вернитесь. А, нужно вернуться. Да, да, мы прошли ее. Вернемся и скажем, что твоя семья отмщена, парень. Я это сделал. Максимально жестоко. Хотя надо было еще этих первых, но там была прикольная идея, поэтому не стал я ее портить. Надеюсь, по реке я доберусь до Джозефа. Без проблем и быстренько.
Интересное какое-то местечко. Я тут не был. Речка такая прямо в джунглях. Классно, классно. Все согласно традициям, как говорится. Хорошо, речка нас ведет прямо к цели. Хотя вот поворот, да не, нормально, нормально. Сейчас прямо, да, вот, отлично. Прямо к Джозефу. Даже припаркуюсь. Хотя можно было вылететь как псих. Что, парень? Достанем пулеметик. Все в порядке. Это, кажется, ваше. Человек заслужил покой. Прощай. Покойся с миром, чувак. Хотя... Эй, привет. Он же живой. Почему мы ему не можем помочь? Вкали снадобье. Жестокий Джейсон Броуди. Не хочет вколоть снадобье. Эй, парни. Ну куда вы? Вот, я же говорю, остановитесь. Послушайте меня. Мы будем друзьями. Нет? Очень жаль. А горит-то как все? Как все горит? А вы не успели, да? Я уже все сжег. Слушайте, красота. Все горит. Столб горит. Еще бы эти столбы все падали. О, а это кто едет? Ой, у меня перезарядка не вовремя. Ну ладно. Для ремонта машины нужен инструмент. Ну что, разделим вашу дружбу пополам. Разделим вашу дружбу пополам. Ну что, еще кто-то? Или все, больше нет желающих? Отличный гранатомет. Намного лучше РПГ стандартного. Мне очень нравится. Ну что же, продолжим. Какая у нас тут машина еще работает? Вот это, да? Отлично. Так. И продолжим мы нашу путь-дорогу куда? Правильно, в самое сердце джунглей, к следующему аванпосту под названием Док в Брейкпоинте. По дороге прямо как раз откуда эти хлопцы приехали. Гарные хлопцы. О, еще одни. Не, ну этих-то надо убрать точно. Этих надо убрать. Они же прям на нас ехали. Такая красота, я не мог удержаться. По-моему, во втором Far Cry тоже такая фигня. Едет за тобой кто-нибудь. Встал. Вышел из машины. Спокойно. Не спеша. Выстрелил. И поехал дальше. Так, ну что ж, мы приехали, да, это аванпост рядом с водой. Можно сделать убийство с воды. И также я вижу тигра. А это очень клево, тигр съест кого-нибудь. А это уже минус парочка человек. Где у нас сигнализация? Прямо в центре, безусловно. Возле воды. И еще где-то должна быть. Вон еще один парень. Я его вижу. И там... Что, черепаха, что ли? Круто, черепаха. Никогда не встречал черепах. Вообще, зачем они нужны? Никакое оружие вроде не требовалось. Кстати говоря, интересно, смогу ли я убить... вот этого тяжеловеса с воды. Вряд ли, конечно. Сейчас устроим небольшую панику. В раю. И пока они будут заняты нашим маленьким другом, мы разберемся с ними. Ну, хотя пусть тигр покушает. Пусть. Ну, приятного аппетита, малыш. Аванпост наш. Да, это... Это было проще, чем когда-либо. Интересно.
Кстати, тигра сейчас, наверное, убьют. Лучше бы он убежал. Лучше бы ты убежал. Беги! Беги на свободу! Ты свободен! Нет, он сейчас сожрет, наверное. Ладно, я помогу убить, потому что еще кого-нибудь из наших сожрет, в итоге его все равно убьют. Ну что же, я вижу, у нас задание охоты, а это значит, что... Патроны, кстати, есть? Не пропадать же шкуре тигра. Молодец, но у нас еще остались дела. Проверь, ага. Тут объявлений. Да проверю я, проверю. Так, это что у нас? Два наемника... Ой, какая тупость. Так. Почтите традиции Рокьят, убив ножом безумного пироманьяка. О, боже мой, бред какой. Так, путь охотника. Камодские вараны убили кошку одинокого лучника. Какой бред. Используйте представленный лук, чтобы отомстить за нее. Ты выполнишь задание из доски объявлений. Ой, какая печаль. Вараны Привет. Убили чью-то кошку. Привет. Я должен убить с лука варанов. Почему с лука? Ладно, с лук. Что мы возьмем? Да, я выброшу наш пулемет. Придется. Извини, пулемет, ты был хорош. И отправимся, что, на ту сторону? Ну, ладно, отправимся на ту сторону. Четверых камодских варанов. Друг мне рассказывал, что есть где-то черная пантера. Да, я вообще, конечно, знаю, что она есть. Правда, не знаю, в каком месте на нее миссию брать. Я, видимо, ее немножко пропустил. Но мы, конечно, это все наверстаем, не волнуйтесь. На этом острове еще много-много дел для нас. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Минус. Нет. Почему-то они не убиваются так быстро, как я бы хотел. Это какой-то кошмар. Я немножко отбегу, потому что надо бы залезть куда-нибудь. Я их даже не вижу. Вот в чем беда. Так. Так, еще раз. Где они? Наконец-то утро. Получи, мразь. Прямо в лицо тебе. Все время кажется, что они подкрадываются ко мне со всех сторон. Кошмар, долбаные вараны, отстаньте от меня, за ногу еще. Уйди! Уйди отсюда! Уйди, животное! Уйди! Уйди, животное! Где еще один? Где еще один? Ай. Дурацкий варан. В траве не видно нифига. Еще и ночь. Я прям молодец. Ночью пошел охотиться. Куда ты побежал, гад? Все. Вот так тебе. Что-то они, по-моему, не только кошку убили. Тут еще и парень мертвый. Да не один. Ха. Да не один мертвый парень. Какая-то машина еще стоит. Ну что ж, ладно. Открываем нашу карту и смотрим, куда нам отправиться дальше. Конечно же, к последнему аванпосту под названием «Управление мостами». Интересный аванпост. Так, я думаю, мы доплывем до него на нашей... на нашем скутере. Так, стоп, 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 стоп. Еще раз. Мне нужно посмотреть водные пути. Мне нужно поглядеть водные пути. Так, 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 так. Да, назад, конечно же. Конечно же, мне назад. И в самый правый проток, приток, не знаю. В общем, туда. Ну что же, что же? Где она у нас? Вот здесь. Поворотик. И мы отправляемся захватывать последний аванпост. Да. Из 35, кстати, на этом острове. 35. Это последний. Классные места, классная речка. Очень, очень мне нравится вот такой антуражик. Плывешь, а тут деревья над тобой нависают. Атмосферно, очень атмосферно.
Интересно, что здесь речки, ну, не патрулируют эти. Хотя мы всех уже перебили, тут некому патрулировать осталось вообще. Никого не осталось уже ни для патрулирования, ни для чего. Ага, ну что ж, вот мы и подобрались к этому аванпосту. Слезаем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. И сразу в бой. Слушайте, сразу в бой. Да где? Где тут это? Есть. Косяк украли. Бежим отсюда. Бежим отсюда. Он кричит. Стреляй в бензобак. Да что же у нас? Стрела не натягивается нифига. Получи, гад. Фух. Так, мне нужно сделать снадобий. Создание предметов. Медицинские препараты. Изготовить, изготовить. Ой, у меня очень мало этих осталось. Листочков. Ладно, вколемся. Ну вот, они уже вызывают подкрепление. Так нечестно. Мы подходим с юга. Где он там? Прям в голову ему попал. А чё, он один остался? А, нет, там еще кто-то. Там еще кто-то, вон он. Ты гад. Я тебя сейчас найду. Я тебя найду и прикончу. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Ах, вы с двух сторон, да? Вы с двух сторон на меня, да? Ох, елки, ох, елки. Вкалываем. Бежим отсюда. Бежим нафиг. Мы горим. Кошмар. Так, я возьму что-нибудь нормальное. Хватит этого лука. Больше никакой пощады. Какой пощады? Да наемников. Еще и в спину стреляют, а? Эй, да стреляй ты уже. Отлично. Ну где вы там, уроды? Ох, ох, ох. Поплохело, поплохело что-то мне. Что-то мне поплохело. Сейчас им поплохело. Да не та кнопка, что ж такое. На! Получай. Ну, где вы? Ух, ё. Ух, ё, перезарядка. Перезарядка скорее. Ух, как ты жесткий аванпост, конечно. Да на! Тебе в рожу. Где там последний этот? Что за, я не знаю, а? Где? Там еще кто-то. Ну, влезай. Влезай, Маруся. Все. На. Да на тебе. Достали. Ну что, захватили мы последний аванпост. Достался он нам немалой кровью, как предыдущий, конечно. Тут мы прилетели и сразу в бой окунулись. Ну что ж, мы захватили все аванпосты. Поздравляю вас и себя с этим знаменательным событием. А впереди у нас еще много интересного. Откроем карту, посмотрим, добавились ли какие-нибудь миссии. Да, у нас есть миссия охоты и еще одна миссия под названием «Доставка на дом». Ну что же, а мы узнаем о сюжете следующей миссии уже в восьмой части моих похождений по этому огромному и интересному острову. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и рекомендуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.